Ноутбук HP Pavilion. Так. Характеристики. i5 четвертого поколения. Четыре гигабайта оперативной памяти. Видеокарта AMD Radeon Graphics 1 гигабайт, HD 8670, Intel HD. Далее 500 жесткий диск. Вот объем. Так, далее. Клавиатура тест. Все работает, все кнопки. Далее звук. Wi-Fi модуль работает, сейчас подключен к нашему Wi-Fi, соответственно. Всем привет, чувачки, с вами Милоскел. И сегодня я впервые в своей жизни, я не шучу, я установил себе Roblox. Мне кажется, я не по той дорожке иду. Я пропустил тот момент, когда все начали играть в Roblox, когда все начали снимать Roblox. Я ничего о нем не знаю. Звук не очень громкий, но чистый, без помех. Я только знаю, что там такие человеки. В комплекте зарядное устройство, провод свой, зарядное фирменное, не перебит, не перемотан. Далее, USB входы. С правой стороны один USB вход. Все работает. Далее, с левой стороны два USB входа. Раз. Все работает. Так, далее. Без зарядного устройства работает. Все. Так, внешний вид. Потертости. Кнопки все на месте. На экране также легкие потертости. Царапин нет. Корпус с несколько царапин. По корпусу. Вмятин, повреждений нет. Сзади все болтики на месте.